Че башка-то так болит, а? Перчик, здорово. Ой, тошнит. Почему тошнит-то так, а? Че? Что это такое? Нет! Нет! Ой, как хорошо я вырубился возле елочки, со мной все нормально. Фу, я уже испугался. Эти ежедневные кошмары, мне каждую ночь снится то, что я превращаюсь в зомбаря. Как наш друг Костянчик. Я 100% должен найти какую-то вакцину, чтобы его вылечить. Это не есть смешно, потому что это уже все слишком затянулось, прям слишком затянулось. В этой серии мы с вами отправимся к бабе Гали. Спасибо тебе, то, что напомнил мне, как зовут бабку соседнего села, потому что я всегда их путаю. Баба Зина, баба Галя, для меня это одно и то же, но нет. Баба Зина у нас в городе, ну была баба Зина и стала зеленым зомбарем, а в соседнем городе у нас баба Галя. Нужно запомнить, что нам нужно с вами сделать. Я или умру в этой серии, или спасу весь город жизни ютуберов. Я сегодня найду как можно больше припасов для моего калаша, для моего пистолета, потому что сейчас у меня вообще ноль патронов. Я пойду к контрабандюганам и грабану их. Ну, потому что контрабандистов сейчас нет, они где-то ходят, мозги жрут, я не знаю, они все же зомбари. Я уверен, то, что баба Зина и Галя... Баба Галя 100% как-то связана с этим зомби-апокалипсисом, потому что, согласись, это как-то слишком странно, когда весь город превратился... зомбарей, но почему-то баба Галя и ее муж Дедуган не превратились. Я к ним пришел, чтобы поздороваться, чтобы спросить, чтобы найти выживших, чтобы спросить, как у них дела. Они начали меня стрелять и прогоняли меня. Что-то здесь вообще нечисто. Перчик, с тобой все нормально. Вот и сиди себе здесь. Ты как? Аид, здорово. А, нет, 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 все так же плохо, все так же плохо. Да, башка, наверное, до сих пор болит. Мигрень, понос, запор. Ничего страшного, Перчик. Если хочешь, можешь, в принципе, сесть по... нет, я бы дал Перчику протухшую оливешку, потому что еды у него нет, но тогда он тоже превратится в зомбаря. Слушайте, а, кстати, возможно, это действительно из-за протухшей оливешки? Слушайте. Ладно, неважно, все хорошо, мы это все еще выясним. Это как-то действительно... Я сейчас пойду к каждому жителю этого города и посмотрю, что он кушал. Здесь у нас есть что-то, что я могу забрать? Нет, здесь у нас золотая кнопка. Кстати, Демастер до сих пор так и не пришел, и Демастер до сих пор так и не забрал золотую кнопку. Мне кажется, у него тоже небольшие такие проблемы, и он тоже, скорее всего, превратился в этого зомбаря. А ну давайте мы пойдем и посмотрим, что кушал, допустим, Гонщик Арсений, что кушал Михалыч, что кушала баба Зина, что кушал Геннадий Петрович, потому что я уверен, что... Опа! Опа! Протухшая оливешка. Что-то здесь нечисто. Что кушал Гонщик Арсений? Давайте мы... О, я вижу то, что у него на столе тоже что-то стоит. У него на столе также стоит протухшая оливешка. Слушай, если Костянчик также скушал протухшую оливешку, значит, ко мне в голову закрались правильные подозрения. Это все баба Галя. Костянчик? Да! И у Костянчика протухшая оливешка! Как ты думаешь, мне кажется, действительно баба Галя, возможно, она отравила весь город жизни ютуберов своей протухшей оливешкой. Мне кажется, этот коварный план она давным-давно уже разрабатывала. Она нашла какой-то вирус, заразила свое оливье и накормила весь город этим оливье. И весь город превратился в зомбарей. Мне кажется, я единственный, кто не кушал это оливье, и я единственный, кто не траванулся. Потому что мне попросту никто не предлагал его кушать. Ладно, бандюганов здесь нет, поэтому давайте мы возьмем... Опа! Я заберу все припасы. Опа, 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 опа. Не зря я взял Мосинку. Давайте мы перезарядимся. Сколько там патронов? 4 патрона, да? Было бы, конечно, круто, если бы там было 5 патронов, но... Ладно, и так сойдет. Почему ты перезарядился на 1 патрон? Алло, давай еще 3 запихни туда. Дальше, что у нас еще есть? Пожалуйста. 2 гранаты. Подожди. Твою! Я случайно ее бросил! Вот я дебила кусок! Я не знал то, что если просто на правую кнопку мышки нажать, она сама автоматом бросит. Я думал, нужно чеку сначала выдернуть, потом бросить. А я сразу же бросил, вот я придурок. Так, ладно. Еще 2 магазина на калаш. Все!
Ай! Слушайте, у меня башка уже тупеет просто. Просто тупеет. Мне кажется, я тоже заражаюсь вот этим зомби-вирусом. Путь в один конец. Я или иду и убиваю бабу Галю и дедугана вот этого, или умру, или спасу всех, кого только можно. У меня нет другого выхода. Ты случайно не моя собачура? Потопали за мной. Мне нужна армия. У меня есть косточка. Держи. Пошли. Пошли, собачура. Давай. Хип-хип. Мне нужна армия собачур. Ты тоже можешь за мной. Давай. Ох, бабуленция. Отравила, значит, всех оливешкой, да? Сейчас мы выясним. Что же мне делать дальше? Потому что я надеюсь, что город ютуберов сейчас до конца веков не будет находиться в состоянии зомби-апокалипсиса. Я надеюсь, что я смогу его вылечить. Это в первую очередь. Но я хочу сначала обратиться к тебе. Опа! Опа-на! У нас здесь какие-то мута... Это крот? Это крот или это червяки в земле какие-то? Что за дичь? Опа! Собак! Собакин! Собакин, ты здесь застрял! Почему ты в землю зарылся, как будто ты крот реально какой-то? Вылезай отсюда, собакин! Давай, давай, я тебе помогу! Да вылези ты оттуда! Вот какой молодец! Вот сядь! Сиди, охраняй грядку! Охраняй картошку! Картошка еще не проросла, поэтому охраняй! Чё за наркомания? Я не понимаю, происходит. Если ты не знаешь, с чего все началось, если ты не знаешь, как этот весь город заразился вот этим зомби-апокалипсисом... Ой! Я случайно выстрелил, случай, у меня руки жопы растут в этой серии. Если не знаю, что произошло, надо мной прямо сейчас будет подсказочка. Посмотри обязательно, чтобы быть в курсе, потому что сейчас ты, скорее всего, просто не понимаешь, что происходит. Готов? Пам! Смотри, пожалуйста, прямо сейчас и потом возвращайся на эту серию, потому что сейчас у нас в серии будет много всего интересного. Баба Галя! Баба... Поставь пушку на землю! Я пришел погореть! Баба Галя, признайся! Это твоих рук дело! Ну привет, ютубер недоделанный, ты меня раскусил. Это я отравила оливьюшку и накормила весь город. Это из-за меня все превратились в зомби. Ха-ха-ха-ха, но ты оказался умнее, чем я думала. Хоть ты и не ел мою оливьюшку, я разберусь с тобой по-другому. Дед, расчехляй автомат, пора закопать в землю это ютуберчика. Ну раз так... Перчик, пошли домой, я там утюг забыл выключить. Перчик, нам лучше с ними не связываться. Два перчика, три перчика, пошли... Нет! Я должен спасти своих друзей, я должен спасти свою девушку, я должен спасти Костянчика, я должен спасти Михалыча. Ты будешь мне угрожать? Курица фаршированная! Ты будешь мне говорить то, что ты меня убьешь? Ну давай, значит! Давай! Стреляй, давай! На! Давай, давай! А что, дедушка твой не помогает? Не помогает, дедушка? Нет, помогает все же. Дедушка, подожди, я думал, ты хотя бы нормальный. Ты же фрицев убивал на Второй мировой. А сейчас ты против меня пошел? На! Так, Тихо! Почему у меня гранат больше нет? Ай, слушай, они меня сейчас убьют. А меня сколько... Да! Дедушка, лучше подними руки вверх. Я тебя в плен возьму, как тебя фашисты в 42-м брали. Дедушка! Ладно, не хочешь сдаваться, тогда я должен всю вашу семью просто испепелить. Извини, пожалуйста, дедуган. Ничего страшного. Чисто бизнес. Что с них выпало? Мясо выпало? Так, подождите, я должен все забрать. Золотые монеты с них выпали. Хлеб выпал с дедушки. Ну да, дедушка, скорее всего, любит хлеб. Что выпало из этой бабульки? Я видел то, что с нее много всего посыпалось. Золотые монеты. Сколько я только что выбил золотых монет? 22 золотые монеты, там наверху еще что-то есть, там какие-то бутылки, там специи для кока-колы, специи. Быстренько давайте поднимемся наверх и давайте заберем все, что с нее выпало. Потихонечку. Ёперэсэтэ с дедугана. Подожди, что с дедугана выпало? С дедугана бронежилет выпал! Так, давайте посмотрим, это я без бронежилета, это я с бронежилетом. Так, еще золотые монеты, 24 золотые монеты. Из бабульки тоже что-то выпало, я не могу понять, что с нее выпало. С нее выпало 15 специй. Специи нужны для того, чтобы делать кока-колу. С нее выпало 5 бутылок винишка. Выпало 11 хлебушка. 32 теста. Подождите, это я выброшу. Что я еще могу выбросить? Вот здесь. Здесь я перезаряжусь нормально. Потому что с них выпали еще даже патроны. Вы только посмотрите, как они подготовились. Все, больше ничего не выпало, да? И, конечно же, протухшая оливешка.
А мне почему-то показалось то, что с них еще что-то выпало, только я, походу, не увидел, или, наверное, все же мне почему-то показалось. Ребятки, если кто-то видел, перемотайте, пожалуйста, на тот момент, когда я убил бабушку, и посмотрите, выпадало ли с нее еще что-то, и в какую сторону оно выпало, потому что я не хочу сейчас ничего потерять. Возможно, я что-то не видел, что с нее выпало. Ладно, все, можно отсюда сваливать. Ребят, мы сделали хорошее дело. Мы убили тех, кто начал этот зомби-апокалипсис. Я, правда, не знаю, где сейчас я буду брать... Да, выбросил и сам же поднял, подождите. Я, правда, не знаю, где сейчас буду брать помидоры, тесто, винишко. Потому что мне нужно делать блюда в своем ресторане, которое я открою в ближайшее время. Это давайте я тоже быстренько уберу. А у меня нет попросту ингредиентов. Но я не знаю, возможно, в ближайшее время откроется какой-то магазин у нас в жизни ютубера. Возможно, какая-то пятерочка, возможно, перекресток или магнит. Я не знаю, какие еще там магазины. Есть. Неважно! Что у нее внутри-то было? У меня такой вопрос. Слушайте, а возможно, мне не стоит выбрасывать эту протухшую оливешку? Мне, конечно, лучше все это сразу сжечь, потому что эта протухшая оливешка еще, наверное, кого-то сделает зомбарем. Но давайте сделаем так. Я могу найти менеджера. Ставь лайкусик на этот видос, если ты помнишь, кто такой менеджер, потому что он давным-давно уже пропал. Может, я смогу найти менеджера и травануть его? Слушайте, я не знаю, есть ли у этой... Опа, печеньки пригодятся. А есть ли что-то в этой бабушке, что я могу стараторить? Я не знаю, давайте мы посмотрим. Здесь ничего. Вакцина от отравленного оливье. У нее есть вакцина от отравленного оливье! Подожди, а здесь есть что-то? Здесь ничего нет. У нее есть вакцина от отравленного оливье. А что мне делать? Я смогу сам ее выпить? Хотя нет, зачем мне выпить? Я же не зомбарь. Я смогу скормить ее кому-то одному. Или Аиду, или Кате, или еще кому-то. Но я не смогу излечить весь город. Мне нужно найти способ, чтобы с помощью вот этой бутылочки с вакциной я смог сделать бочку с вакциной и напоить каждого в этом городе. И чтобы я излечил каждого. Ребятки, у нас очень много дел. И я хочу сказать тебе, то что новая серия жизни ютубера выйдет хоть завтра. Нам нужно излечить город ютуберов как можно скорее. Давай сделаем так, если ты прямо сейчас поставишь лайкусик, если ты прямо сейчас подпишешься на канал, я обещаю то, что я завтра выпущу новую серию жизни ютуберов. Наберем сейчас 20 тысяч лайков в эту же секунду, завтра выйдет новая серия. Я побежал, мне нужно посидеть в интернете. Хотя дома Аид, я не знаю, как я зайду сейчас в интернет, ладно, неважно. Мне нужно найти способ, как излечить весь город. Дел у нас очень много. Вперед, делать хорошие дела. А, я камеру здесь забыл, подождите. В прошлой серии сюда поставил, сейчас заберу. Вперед!